Записывай. У тебя одна минута, Флэш. А потом каждые 60 секунд я буду убивать, пока не получу желаемое. Его надо остановить. Стой, стой, Барри! Что? Я знаю, что ты хочешь поймать его. Но у тебя осталось совсем мало скорости. Надо вызвать полицию, Аргус, кого-нибудь, кто сможет... Бог скорости — моя ответственность. Я должен сразиться с ним. Барри, тебе не хватит. Для этого скорости хватит. В любом случае, надо попробовать. Я должен попробовать. Каждые 60 секунд я буду убивать, пока не получу желаемое. Бог скорости — моя ответственность. Я должен попробовать. Для этого скорости хватит. Буду убивать, убивать. Я должен попробовать, должен попробовать, должен попробовать, должен попробовать. Время вышло, Флэш. Ты отдашь мне то, что я хочу? Вначале догони меня. Его скорость 5 махов, он бежит быстрее тебя. А я знаю город лучше него. Ты жалок. Ты не заслужил сверхчеловеческую скорость. Она наша. Не думал, что придешь. Я пришел не языком чесать. Это твоя подмога. Бесполезно. Я не могу остановить бога скорости. Он слишком силен. Барри, ты совсем тупой? Родрик пострадал, потому что твоя молния столкнулась с вибрационной энергией оружия. Итогом стал термогенный взрыв, нарушивший стабильность его клеток на молекулярном уровне. Воспроизведи подобный взрыв. И богу скорости конец. Бинго-банго. Флэш! Ощути настоящую силу скорости! Готов? Попробуем. Куда он? Барри, ты бежишь не в ту сторону. Потерпи. Давай, Флэш! Они скрестили струи. Хартли, спасибо, что помог мне. Да, не благодари. Ты победил очередного скоростного идиота, а я все потерял. Обещаю, мы что-нибудь придумаем. Да уж, такого я раньше не видел. Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Для всего мира я простой криминалист, но вместе со своими друзьями в Star Labs я тайно борюсь с преступностью и ищу прочих металюдей. Наш мир стал гораздо опаснее прежнего, и только мне хватит скорости спасти его. Меня зовут Флэш.